В одежде будешь? Нет. Одета только, да? Вот в штанах и белый, да? Вон торсом. Да нет, тоже суриком покрасил. Нормально, да? Давай я тебя хоть сотру так немножко. Мне кажется, красный. Не, нормально, не, чёрт. Повернись-ка. Сделай, как ты позу делал. Миш. Да. А? Держи их, Женя. Ты что сюда пришел? Ушами хлопать, что ли? Во, хорош, хорош, хороший свет. Хорошо, молодец. Ну, ко мне теперь, улыбнись. Нормально. Кстати, вот вон то вот надпись верхняя. Так. Отъезд и стоит замуж. Возьму в рот. На записи? Да. Я в турнире завалялся, не знаю. Так, верхняя надпись. Я сам думаю. Телевизор. Запись. Хорошая надпись. Давай напишем I love Xander, I love Kumba. Не, Xander плюс Kumba. Присоединяйся. Наклонись, наклонись. Немножко ягодиц разве. Во, вот так. Да ты мусор вообще, ты грязный. Да мы. Вот самый страшный удар, вот по ушам, думаю, это понятно. Ай, ну-ка медленно. Обухом. Не бойся. Не бойся. Лучше. Так, давай, Миша. Ты все потом отмываться будет тяжело, ну что, погибло. Вот этот пункт, появлялку, давай, действительно, сделаем его. Кепи сейчас, давай, надень. Кепи на спине надень. Прикол, правда? Красив, красив. Класс. О! Фингал. Так, тело будет. Леша, где заработал? Очень будет светлое под нашей. Ничего, это будет его раскрас. Лицо тоже затонируй ему, Миша. Вот что мы видим. Давай, Женя, быстрее. У тебя пушок на голове. Да он мне везде, просто говорит. Нет, ничего подобного. Ладошки и это. Так у меня белки-то и белые. А сами ресницы и все это, у меня же темные. Кто пиво заказывал? Убил все. О! Нет, нет! Почему сразу пиво? Хорошо. Не помню. Ну и грудь его убил, да. Выходи, по-хорошему отдай. Убивает. Он поворачивается вот так вот. Второй рукой. И потом, по-моему, выбивает. Как, Женя? Кто? Бомбу выбивает. Но он три удара делает. Он какой? Он начал... делает вот так. Он поворачивает. Он еще, знаешь как? Давайте сразу же начнет Xander атаковать. Давай сделаем так. Это самая атака. Он тебя побил. Пятый мяч. И нападает теперь Xander. Вдвоем. Вдвоем мочится. Вдвоем. И топорами. Так, сейчас, Леша, нападешь, он тебя ударит и упадешь. Я упаду? Нет, Леша упадет. Только медленно. Далеко упал. Далеко упал, край кадра ушел. Еще раз напади. Миша, у тебя получается, понимаешь, не удары, а тычки, от плеча работай. Я? Да. Давай. Ты мне надо по-настоящему тебя бить. Теперь? Так.
он через спину повернулся. Да, нападай, Леша. Так, комбо врежь ему. Так, вот еще раз вставай, вставай скорее. И садись в блок. Садись в блок. Попробуй его ногами, Миша. Миша, ногами. Так. Мика, головой его отоварь. Ну? Медленно, медленное движение. Далеко ушел. Пошли топорами махать. Раз, семь раз, два. Леха, с разворота, медленно. Четыре, пять. По кругу, Леша, разворот. Дальше нельзя, назад нельзя больше. Так, комбо нападает. Раз. И еще давай, стойку и бей его. Раз, два, 10 раз. Два, три. Миша, теперь наверху, наверху серию, вот как я тебе показывал. Стоп. Так, значит, это самое, Зандер. Гарматор. Снимали тебя, да, там. Да что, снимаем, он уже сел или нет? Нет, вот, встань пока туда. Роли, да? Так. Так, поехали. Ноги. Так, перепрыгивай. Разворачивайся. Он чуть себе одно место не распахнул. Один удар. Бум, топоры в сторону расставил и убивай его. И вылетай, скажу, вылетай, вылетай, вылетай. И стой, стой, стой. Теперь на камеру. Надо было выпить тоника, я рыгнул. Есть? Да. Пошли. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота. Давай. Горит нам же, но надо попробовать. Класс. Ничего не изменит. Окончил съемки. Голова выросла. А теперь подготовка к бою. Комбо и Синдера. Культуризм, показывай. Надо было подождать немножко. Кайф, зад, спину покажи. Спину! Спину, поверни спиной. Да, ты как мех не умеешь. Вау! Уже все, измазался. Раньше не спеши. Куда? Проснись. Сок принеси. Проснись, сок принеси. Сок. Так, ребята, осторожнее, здесь поезда ходят. Не, а знаешь, какую фатальность я придумал? А он сжигает его! Знаешь, какую фатальность? Ты потом знаешь, так поплывешь так. А может он голову почку? Давай. Поехали. Чтобы одним куском снять это и все. Начали. Кадр не влезает. Угу. Есть она. Комбо тоже его должен бить. Так, Игорь, ногами теперь. Так, хорошо, еще раз парочку ногами. Так. Так, заходи за бочку, Игорь. Так, комбо его бьет. Защищайся, Игорь. Так. Игорь, сбей его с ног. Ну не убивай до конца, но просто сбей с ног. Миша, немножечко упади. Так, хорошо, вставай, нападай на него. Игорь, убивай его. Игорь, убивай его. Раз. Два. Убил. Миша, так, одна фаза. Так, теперь вторая фаза. Так,
Третья фаза. И перчатки. Вот когда спустишься вниз, только чтобы перчатки вверху торчали. Подожди, рано, Игорь. Вот перчатки исчезнут. Yes. Все? Да. Так, еще раз машемся. А в свободное время от съемок мы занимались, Игорь, зеванием. Лицо сколько? На опыте. Некоторые махали рукой, показывали языки. Так, поехали. А некоторые давай, просто давай, дурили. Ух ты, собачки бегают туда же, овчарки, с поводка. Ну как? Ну еще разочек. Еще сколько давай? Только в другую сторону поменять. Прыгни, вверх раз. Фу, вот так вот. И так как бы все сделал. То есть удар снизу, Миша, голова наклоняется и полетел. Миш, плюнь на него. Мне не надо, он потом хера стирает. Готовы? Ой, сейчас поезд пойдет, давайте махаться. Можно. Нет, да, вверх, хорошо. Вверх, вверх. Я снизу в чьё-то туда. На меня! Видишь, там вверх, на него не надо. Да. Только разбрызни больше. Пошли. И все по ушам потекло. Ну чё? Есть. Ну достаточно. Поближе сделать? Ну просто меня с рукой. Кайф. Как раз так фотографии попало. Ему стало очень плохо. Мы все его будем помнить. Дима, не надо дурить. Меня било, я тебе подыгрывал. Один раз тебе только там дали мне один удар. Вот этот именно один раз и попадет в кадр, понимаешь? А все остальное пойдет мимо денег. Все съемки, которые вы сегодня видели, сняты мной, Салтыковым Евгением. Правда, начало делал Игорь Шпеньков. Ну ничего, мы готовим новый проект. Что это будет, это пока секрет. Врет он все. Не слушайте его. Пока. Так. Сейчас мы делаем так. Идем сейчас, садимся в машину. Знаешь, мы там готовим. Вот наша камера, которой мы снимали турнир большого джойстика. И который. Ой, кто турнир большого джойстика? Не спешу лежать, дорогой мой. Камера называется Что будет, если юность. Да, камера называется Батакама Спи. Sony. Время? Сколько сейчас время? Саш, время сколько? Времени немного еще, без 5 часов. А еще сегодня будут снимать или нет? Вот если хорошо, если что-то изменилось. Женя, все, по домам? Да, конечно. Или еще будут снимать? Не, уже не буду. Можно?
Женя, снимай, Женя. А что я делаю? Вот счастье-то, блядь. Я Салтыков трусы увидел, блядь. Гандоны видит, плачет. Трусы видит, смеется. Игорь, убери ногу! Странный какой-то парень. Он больше всего импонирует. Он не любил. Он не любил синема. Нашему банку он наиболее симпатичен. Они любят друг друга. Ой. Да. Женька, тапки Пашкина забери. Вам сейчас, наверное, действительно лето. Где они? В бассейн или в озеро судовое. Я все в море бы сейчас, а? Тоник! Мы сегодня пили тоник Джим и Джон. Ага, ага. Все их где получилось, конечно. Гуляй. Думаешь, есть сифилис? Сифилис сейчас есть. Сабры, Вульф. Игорь, завтра заходить будешь? Такого. Ну, Игорь, в понедельник в Дом Дэнди встречаемся. Сейчас повезешь, нас за сигаретами сейчас. В среду обсуждаем все. В среду? Ну могу зайти, мне без разницы. Ты спонсор. Юрий отдашь? Я имею в виду, там, Ольге оставишь? А Юра заберет. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Смотрите, он идет за мной. Сюда. Сейчас, подожди. На, все.